Напомню, первым хартию «Я люблю Сочи» подписал глава города Анатолий Пахомов. Этот документ также одобрили руководители муниципальных служб и крупных предприятий. К ней также присоединились 80 архитекторов, дизайнеров и живописцев курорта, а также волонтеры, работники культуры и здравоохранения. Горожане уверены, что подобная общественная инициатива позволит и дальше динамично развиваться родному городу. Своим отношением сочинцев демонстрировать хартийные наши принципы и призывать к этому жителей нашего города, я считаю, это как раз то распространение наших хартийных принципов, которые нужны для нашего процветающего города. По мнению властей курорта, Сочи приобретает еще одно звание – города добрых и ответственных людей. В муниципалитете надеются, что к хартии со временем присоединятся и все жители Сочи, которые готовы подкрепить свою любовь к городу конкретными делами.